Всем привет! С вами любимая компания «Электромотор». Сегодня мы посвящаем наш видеоролик подбору мотоблоков. Очень часто люди звонят, спрашивают мотоблоки «Моторсич», потом уточняют, что там устанавливаются двигатели «Вейма», уточняют по поводу мотоблоков «Вейма», какой им выбрать, какой лучше, что лучше «Вейма» или «Моторсич». С нами наш эксперт Александр, который нам расскажет, чем отличаются эти мотоблоки и какой лучше выбрать. Ну, на самом деле, я тоже затрудняюсь сказать, какой лучше выбрать, но отличие между ними есть. Это два мотоблока, у каждого свой, ну, есть свои плюсы, свои минусы, но у них есть одно общая черта, это двигатель, да. Что у Веймы стоит 178 двигатель, что у мотоблока Моторсич стоит 178 двигатель, производитель Вейма. Все остальное у них как бы абсолютно разное, и есть о чем поговорить. Что касается нашего мотоблока Моторсич, производитель Украина, чем они ценны и почему они такие дорогие. Все самое ценное — это вот в части редуктора. Этот мотоблок, я бы сказал, в сочетании с дизельным двигателем, неважно там с каким, Вейма, не Вейма, но с дизельным двигателем, он идеальный. Идеальный почему? Он тяжелый. Он тяжелый за счет своей конструкции и тяжелый за счет того, что у него стоят еще дополнительные балансиры, утяжелители. Да. Это нам добавляет веса и, грубо говоря, тяги в земле. То есть, если сравнивать Моторсич и Вейму, тут 220, а там 100? 115-120, да. И это существенная разница. И это вот в Моторсич это существенный плюс. Потому что чем легче мотоблок, тем им сложнее управлять в земле. Чем тяжелее мотоблок, тем им легче на руки. И да, сцепление с землей сплошное и не скользит. В этом плане Моторсич тут выигрывает в разы. Идем дальше. Второй момент — это у мотоблока Моторсич есть дифференциал. Его можно как заблокировать, так и разблокировать. То есть что нам он дает? Это осуществляется, вот мы сейчас его заблокировали, у нас колеса вот не вращаются. Они стоят на месте. Когда мы его разблокировали, мы можем вокруг своей оси развернуть мотоблок. То есть идет свободное вращение мотоблока на месте. Это большой плюс при усадебных участках, где есть заборы, где есть чем-то ограниченные развороты, выезды. То есть его можно развернуть на месте. Это плюс. У Веймы, в данной модели Вейм этого нету. Но я знаю, у них есть мотоблоки, которые тоже комплектуют дифференциалом, да. Ну там этот дифференциал, он не так, как в Моторсиче. Включил-выключил. Там надо выжимать рычаги. Оно и удобно, и неудобно. Следующий плюс мотоблока Моторсич – это его коробка. Она оснащена две скорости вперед, одна назад, и плюс – это добавляется пониженными и повышенными скоростями. То есть, в принципе, коробка 2 плюс 1, X2 называется. Для нас что она нам дает? При наличии хорошего двигателя дизельного, мощного тяжелого редуктора и пониженной передачи этот мотоблок абсолютно спокойно ведет себя при любых нагрузках, в земле, в грязи, ну, в песчаной, в глиняной, в любой земле он себя ведет уверенно. В принципе, для оператора, ну не оператора, а для клиента или землевладельца, который идет за ним, это ему гораздо легче им управлять и справляться с какими-то работами в земле. А на Вейме? На Вейме тоже коробка идет с понижающими и повышающими передачами, но опять у Веймы вес в разы меньше. То есть немножко. По цене, тут вопрос, конечно, тоже щепетильный. Цена у Моторсичи, наверное. Ну, у Моторсичи. Если в процентном соотношении. Ну, такая же, как и у Вейма, только в комплект не входит. Да, кстати, да, еще не дошли к этому, забыл сказать. Мотоблок Моторсич, он не изначально ничем не комплектуется, он идет голый. Мотоблок Вейма комплектуется уже фрезой, которая одевается вместо колес. Да. А тут идет активная фреза. Тут в Моторсиче уже идет активная фреза, которая приводится с помощью вала отбора мощности. Вот рычажок включить-выключить. Вал отбора мощности находится вот здесь у нас под колпачком.
И у нас фреза активная. На данном этапе к этим мотоблокам можно купить фрезу, которую шириной 70 сантиметров и шириной метр. Но ценовая политика такой фрезы в разы... Ну, 1012 будет, сразу плюс 12 тысяч. Плюс 12, да, к цене мотоблока. Это если она вам нужна. Если она вам не нужна, то, в принципе, разница в цене небольшая. Мотоблок MotorSeech немножко дороже, но, в принципе, есть за что заплатить. Хорошо, а по поводу участки, вот, например, обработка площадя имеет значение? Вот, например, этот больше может обработать площади или как-то наоборот, или не имеет значения? Ну, мне кажется, в принципе, что если брать касательно ресурса двигателя, ну, я думаю, нет. Что тот, что тот. Тут просто в чем вопрос? За мотоблоком MotorSeech человеку проще, ну, с ним походить, то есть обработать самому человеку. Нагрузка не такая на руки, на ноги, на все. Им легче управлять, им легче работать в земле. То есть с Веймой будет немного, как физическая усталость, человек будет ощущать гораздо ранее, наверное, чем с мотоблоком MotorSeech. Опять же, это касается его веса, его дифференциала, блокировки дифференциала, то есть управления. И, опять же, этот редукт, такой мотоблок в сочетании с дизельным двигателем, очень хорошее сочетание. Очень, очень удачное и, я думаю, очень надежное. Экономия плюс тяга плюс мощность. У Веймы это все тоже есть, но... Тут надо сопоставлять плюсы и минусы, то есть вы делаете для себя сами выводы, что вы хотите. Какие либо цели, да? Переплатить, да, ну знать, за что переплатить, либо недоплатить и знать, что им делать. По спектру навесного оборудования, например, то же самое, вот все работы абсолютно можно делать с Веймой, цеплять прицеп. Абсолютно, косить, абсолютно. Сажать, да, по всему навесному они, в принципе, агрегатируются, что на MotorSeech, что на Веймой, все то же самое. Но если брать изначально оригинальное, ну, MotorSeech-ское навесное, оно тоже на порядок дороже, чем, допустим, на мотоблок Веймо. Потому что на мотоблок Веймо много кто делает, ну, как бы есть много производителей, вся, да, разных. Там ценовая политика от самого дешевого до дорогого. MotorSeech, если уже брать, то брать, наверное, их не оригинальное, но оно немного дороже. Ну, я бы не сказал немного, а в половину так точно дороже. Если у вас остались какие-то вопросы или вы уже определились с покупкой мотоблока, мы вам помогли, то звоните к нам по телефону 5300 38, и мы обязательно вам все поможем, подскажем и сделаем скидку.